журналисты. Всем удачи в игре, успехов, начнем играть. Впервые журналисты и бизнесмены встретились, чтобы сыграть в боулинг. Четыре команды в буквальном смысле слова сражались за победу. Это уже вторая встреча акул пера и бизнесменов. В первый раз турнир организовал Союз журналистов, на этот раз предприниматели. Несмотря на яростное сопротивление двух лагерей, на турнире царила дружеская атмосфера. И журналисты, и многие предприниматели давно знакомы друг с другом. Вместе организовывали немало съемок, репортажей, а теперь решили отдохнуть и приобщиться к спорту. Смотрите, у нас цель какая? Ну, во-первых, подружиться, сотрудничать. Мы поиграли в боулинг с журналистами. Нам очень понравился очень интересный формат общения. Хочу, чтобы еще такие же мероприятия тоже еще раз проводились. Все-таки надо немножко отдыхать в наше время, менять обстановку. Вот. А тут тем более спортивные мероприятия. Спасибо организаторам, все понравилось. У всех лица довольны, а это здорово. В результате первое и второе места заняли команды бизнесменов. Третье и четвертое досталось журналистам. На этом решили не останавливаться. В планах приобщиться и к другим видам спорта. Например, вместе сыграть в волейбол. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.